Так, всем здорово, с вами Марк и Денчик, короче, продолжаем проходить бордову. Так, в смысле, куда? А на чем прикол, у меня оружия нету. А почему у нас две метки было, лол? Я не знаю. А, мы назад вернулись, что ли? Подожди, мы же здесь были, мы тут сражались. У меня оружия нет, да. А, нам вон туда теперь, нам обратно. Серьезно? Идти в исследовательский отдел? А ты уверен? Да. Там просто какой-то телепорт был, кстати, что самое интересное, поэтому я хер знает. Кстати, теперь разрешение вроде будет получше, чем в предыдущих частях. Немезида нет, потому что он на рак и слился. Поэтому мы вдвоем только. К тому же, теперь полегче нам пойдет. А, меня убили уже. Круто. Блин, тебе спасать? Да. А, ты недалеко. Я за тобой бежал, вон, Ракал. Мне даже не попали. Ну, потому что впереди меня, поэтому они на меня стреляют. И чё? А, вот. Куда мы идем? Ой, тут это крыса! Тут крыса. Ну, пошел нахрен отсюда. Медик забытого легиона. Да я даже медика не могу нормально. А я горю, я опять да. Да блин. У меня 14 уровень, у них 17. Чтоб ты понимал. Да мне вообще нормально. У меня опять одно хп, ну А, меня еще убьют, наверное. А, нет. Да, мне нормально. А у тебя какую? У тебя тоже 14. У меня 8 хп. Да, они, конечно, мощные, но. Так, чтобы совсем мощно ничего сделать. Я только вышел, я сразу умираю. Ну, круто. Я сейчас умру. Нет! Не умирай! Ну да, конечно. Серьезно. Ну чё, спидраним игру, да? А, мне нормально. В смысле тебе нормально? Ты чё? Умирать это модно. Гениально. Genius. Так, ладно, я могу там убежать вообще, ну ладно. Умный просто. Жаль, к тебе телепортироваться нельзя. Я бы тебе просто тпшнулся и все. Нам надо идти в не Майнкрафт. Да, вот именно. Я вот не хотел это сказать. А, я бегу к тебе, меня уже сейчас убьют. Ну круто. Они тут стоят эти. А, ну да. Прекрасно. Тоже умер? Насутуло, да. Да, это будет сложновато. Да, я его успел убить. А я к тебе не успею. А я просто сгорю сейчас. Я загорелся. Да, я не успел бы. Ну это понятно. Боже, дойти бы теперь до них просто и все. Но у нас даже мы не прокачаны нормально. А, я дошел. Подожди. Я спас. А. О, спасибо. Ой, что-то мне это не нравится. Research and development. Но ты, судя по скриншоту, что ли? Который там был. Подожди, дай я куплю патроны. Окей. Так, ну мне-то ладно, мне нормально. Я только часто умираю. Так, я пока посмотрю, что у меня... Так. Ладно. Очки навыка. А, все, я использовал. Использовал, короче, очки навыка, что-то там все прокачал. Вот это я заберу себе. Ёлку. Так, и чё нам тут надо делать? Ага, здесь 18 левел уже. Серьезно? Да на щизи! Подожди, какое у нас задание-то? Нам их убить надо? Бить торков, да. Да хрень с 18 левелом. А, вон, я нашел этого чела, но его не выпустишь никак. Нам надо убить этих. Ну чё, веселье начинается? Такой тупой.
19. Сейчас его. Ты его добей, да. Хорош. Найс. Ай, сзади тебя, сзади тебя. Ай, на меня закрылся. Добиваем рачка. Рачки были. Ой. Где? А я не знаю, где-то. Ну, он как крыса, короче, издалека на нас. Все. На. Не один с ХП. У меня 80. Ну, знаешь, это не самое жесткое, что нам приходилось пережить на самом-то деле. Сзади. На. Долбанная бочка. А, то есть ты не встал, да? Нет. А тут х... а, хилка. Понятно, мы, короче, умрем сейчас. А, ты тоже? Сутула, иди сюда. Да я, а я умру сейчас, я умер. Ой, это, блин, что так сложно, да? Знаешь, типа, я заметил сразу эту коррозионную бочку. Надеялся, что я успею тебя воскресить. А. Так, ну все. А ты типа тоже, да? На все. Сколько этих торгов? Плата $59. Серьезно. Это не доллары здесь, это, по идее, что-то другое. Там типа не одна палочка, а две. Пародия на доллары. Да, пародия на доллары. Че тут все горит? И вот там уже многие путают количество палочек. Че? О. Ой, я почти умер. У меня 120 хп. Я почти умер. Идет. Да блин, я застрял. Ну, в себе в лицо харкни. За тебя. Я знаю. Кто он это? Сколько их? Сколько их надо убивать? Пошли нахер. Двадцатый! Как тебе уже 20 уровень? Как тебе такое, Илон Маск? Неплохо. А, меня он убил с одного удара, чтоб ты понял. А, ну хотя у меня не фул хп был, ладно. А ему ни хрена не буду сказать. Не, он не такой же сложный. Он нападает, он как на крышу. Ой, не на крышу. Все, его убил. Если бы нам опыт много давали бы за это, было бы вообще прекрасно. Да нашли мы его, я его уже давно нашел. Вот он. Дверь открывай. Собака. Быстро, блин. Так, патроны, вот хилка мне тоже нужна. Так, а чё нам? А, во, все, серьезно, открыл. Привет. О, $400, 5000 опыта. Right, sorry. I mean, not sorry, I mean, I'll head back to Jack's office now. Че, серьезно, просто ушел отсюда? А. Найти первого коллега, вернуть ученых. Короче, биом... играем. Кого? Биом кого там? Каких глотов? Че-то... Это кто? А, живоглот или как он? Я не знаю. Меня уже в спину, но в очередной раз меня убили в спину. Ну не убили, точнее, это почти убили. Так, стоп, а как, а куда нам дальше? А, первого коллегу мы нашли, вернуть ученых. Открывайте. Да быстрее, не говори уже, быстрее открой. Он не будет открывать. Он обиделся. Алло, он не откроет нам на другую сторону. Добраться до зоны наблюдения, вернуть ученых. Чё? Креплющ. Он типа не умирает, да, или чё? А меня этот газ какой-то убил, или чё я? То, что он и вот это из... Я-то могу долго жить, может, у меня много щита. Здесь какой-то газ выделяется, и типа из него урон получаю, или что? Да, чё-то... Такого. Бежим. Просто бежим, просто бежим. Так, а нам сюда надо или нет? Нам нет, вроде, нам сюда. Окей. Просто валим. По нашей старой тактике проходим. Жаль, что с боссами так не получается. Ага.
прекрасно. Здорово, доктор Минт. Найти семейное фото. Такой семейный сейчас вот, фото. Я нашел, я его нашел. Какой интересный вопрос. Этот прикольчики, да? А, нам уже надо. Алло, откройте, он меня закрыл. Алло. А, там можно открыть. Я думал, меня закрыл, знаешь, типа, чтобы я не прошел. Да ты зачем это сделал? Он меня убьет сейчас! Будет смешно. Ты мог его просто не трогать, зачем ты его ударил? Ну ладно, он так тебя пока что закрыл. А, ну действительно, действительно. Йоу, нифига себе. Это нормально меня ускорили. Да ты... Ну спасибо, да. Ну ладно, это другой вроде. Так что... А их двое уже тут. Да. Не, ну хорошо, мы играем. Да блин, я только прыгнул, меня сразу он ударил. Как меня заколебали. Меня сейчас опять убьют. Блин, я тебе отвечу. Почти. Я получаю опять урон от какого-то газа. Меня, я то ли заморозился, то ли чё. Открывай дверь, псина. Все, минус я сейчас. Пока не в тебя стреляют. А чё нам надо сделать? Вернуться к доктору. Убить? А, нам надо убить. Убить маглотов. Надо их убивать, алё. Я уже понял. Блин. Так я умер уже. И ты сейчас, наверное, тоже умрешь, да? У нас проблема, у них довольно многовастый ХП. Точнее, у них уровень. Еще у них щиты. Да. Вот сейчас начнется виси. Чё? Я умер в текстурах, ладно, я промолчу. Я сейчас уже задергался, блядь. А здесь и Borderlands. Алло, идите сюда. В прошлом борде у нас такого не было. Раньше было лучше. Не, помнишь, мы один раз только какую-то миссию пошли, где там высокий уровень, мы решили назад вернуться, типа. Я помню. Но тут такое у нас не получится. Сталкер. Да. Не, типа, мы можем вернуться. И прокачаться, но это пиздец как будет долго, мне кажется. Я им еще ни хрена не сношу, у меня... Хотя, может, вот этим я ему с ним... Слушай, ты не... А почему меня не возродили? Я же его убил, лол. Чё за наебал? Или, может, типа, не я его убил? Просто бред. Но самое интересное, тут спрятаться-то особо негде. Псина. Игольчатые еще какие-то. Это не все игольчатые. Да нет, вроде, кстати. Нет, там зеленый. Кстати, щиты мощные. Не только щиты мощные. А. У них вроде ни хрена нет. Они вроде как я. У меня 500 щит и 200 хп. Че, он исчез? Он телепортируется, типа, или че? Да, он телепортируется. Ну я мне опять положили в очередной раз. Ага, убей его там просто. Ну стой, псина. А, не, они не телепортируются, знаешь, он типа становится невидимым. Да-да-да. И доходит. Да, мне, я умру только ну, сейчас. Ну стой, собака. Короче, ты там выживай, я умер. Всё. Я выжил. А я умер. Не, нормально. А я выжил. Я не знаю, сколько раз за игру я умер, конечно. До миллиарда. Такой все-таки он Dark Souls играем. Знаешь, я хотел бы посмотреть статистику. Не, но мне кажется, вот, знаешь, как будто мы играем в этот, в Dark Souls, блин. В Dark Souls, мне кажется, просто... На минималках. Да, да, да. Может, еще Dark Souls? А, хотя не, я в него нормально не поиграю, у меня же нет... Геймпада у меня нет, к сожалению, пока что, поэтому... Вот это тупая у них тактика, конечно, меня это бесит. Так, ладно, я... Бесит то, что они телепортируются. Да, вот это вот меня бесит тоже. Ну, стой, собака. Да блин, я хочу выстрелить, они исчезают просто. Вот где он, я его только что видел. Значит, его просить добил, он исчез. Но он появится же. Ага. Примани ко мне одного, я еще цеху. Да, тут есть бочка со взрывчаткой, но. Войди сюда, псина. Да давай, блин, давай, он достал, как на нее попадает. Какие-то они метки. О, деньги.
еще и хилки. Понос. Прекрасно. Ага, вот он появился. А, ну отлично. Я почти снес одному еще. Меня еще убьют. Ну да, ну почти. Бьешь его или как там? Навряд ли. Блин. Где этот дебил, этот исчез уже, которого я там нормально так нахерачил? Блин, да ну куда ты бьешь? Добил. Знаешь, я его просто добил, он. Я должен его добить, пожалуйста! Да, я его добил. Все. Блин, а ты умер. Я его просто добил. А я его добил, но меня сейчас опять убьют. Я бы его успел добить, если бы он не убежал. Да он. А он меня, наверное, загрелся и побежал от меня. Может быть. Я вообще где-то застрял. Тут бегает один, блин, я вот пиздец. Он просто убежал. Они крысы едят и чай. А я бегают как скуны прям. Ага, вот он. Пошел. Маркети одного за это. А я убил. Умер уже, все, у меня времени. Там один красный, прям. Добей. Да его. Я знаю, там я одного практически убил. А, ну окей. Все, минус еще один. Окей. Так, ладно. Я бы сейчас еще в интернет зайти, был бы круто. Блин, сколько их можно убивать? Надо еще каких-то ученых вернуть. А где они все? А, вот. Ну да, он исчез. Вот, смотри, куда он бежит. Херачим его. А, ну да. Собака, собака, стой. Он, вот он, вот он. Где он? Тут вот есть. А, нет, не он уже. Это вообще какой-то другой. А, нет, вот он, вот он, вот он. Добей его там. У него щит. Петики. Он идет ко мне. Вот где он опять. А, сзади, вон, вон, вон. Опять исчез. Да блин. И опять умер. А чё прикол-то, они ещё и прыгают? Угу. Это да. Боже мой, надо их добить уже. И где он? Я не знаю. Что, у меня кончились боеприпасы на дробовике. Это плохо. Я и... один. Я надеюсь, это последний. Вот, одному щит снес. Ну, у меня херовое оружие, поэтому я ему не особо много сношу. Так, алло, я снайпер, я вообще теперь беспомощен. А, нет, не беспомощен, у меня еще ракетницы. Давай, вот он совсем раз. Найс. А, у меня и боеприпасы на этой хрени кончились. Давай, псина, сутулая. Его тут нет уже, пока ты стреляешь. Да ты вообще этот ходит там, что-то ждет. Мог бы запустить, мы бы зашли просто. Так он... Вот, 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 одному щит снял. Ага, я его и вижу. Только у меня у меня херовое оружие осталось. Хорош! Давай, 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 давай! Найс! Вот еще один. А он, кстати, последний, он, по-моему. Он бежал. Ага, сейчас. Он, кстати, последний должен быть. Где он? Вон он. А, вон он. Подожди, он. Ну какой-то телепортирующийся. Убил. Да блин, это еще не все. Да. Еще минус еще один. А это не все. Еще, боже, да. Ты смотри сколько... по миникарте, их на миникарте видно. А, ну да. Ну подошел. Найс. Там еще минус. Вон, сзади. Ага. Господи. Где он? Вон он. Убей его. Я его не убью, мне херово. Найди нормальное оружие. Ой, господи. Не, у меня есть одно более-менее нормальное, но у меня... Да. О, все, неужели? И на чем прикол? А. Честно, у меня осталось... Три патрона в снайперке, все, у меня больше нет оружия. Так, и что дальше? Ну, открой, дебил. Ну, семейное фото.
Но оно у меня есть, я его и брал ща. По лицу там. Так, давай патроны, расчехляй. Я ему отдам. Алло, псина, расчехляй патроны. У меня почти 15 уровень, кстати. Знаешь, если ты меня саму придется покупать патроны, мы лицо сломаем, ну серьезно. Я не знаю, когда я умираю, они же восстанавливаются. Так, и что это? Модификатор класс, но они на 19 левел. У меня, кстати, одно хп. А нам еще каких-то ученых вернуть. Так, стоп, что у нас, кстати, там? Я еще посмотрю. По миссиям. Я ему сейчас лицо сломаю, серьезно. Тринадцатый под уровень, если че. Ну короче, Марк, тебе придется здесь самому, потому что у меня патронов нет вообще. А что происходит? Площадка. Ёперный. У меня у самого патронов уже. Короче, я еще умру, у меня восстановится просто. Нет, не умрешь. А куда? А что нам надо сделать? Найти второго коллегу. Так нашли уже. А ты подойди к нему, типа, близко. Должно засчитаться. Что мы его нашли просто. Не? Вот он, здорово. Нет, он не считает. Ну даже хрен знает. Ты почему? Вот, мы тебя туда боишься назвали. Открывай, Эльдорадо. Подарки. Открывается. Подарки от Эльдорадо. Наверное, надо убить их всех просто, и тогда откроется. Я успел одного убить. И умер. Нормально. Все, у меня вообще патронов нигде нету. Классно. Да. Я не понял, это типа... О, патрон появился. Откуда? Да. Идеально. Это типа пародия на Half-Life или что? По всей видимости. Мне кажется, что да, это тоже какая-то пародия. Гиперион, понимаешь, да, есть вещи хуже, чем... Наверное, настоящая смерть. Людей. Философа. Дай умри. Умри. Да бля, мне везде перезарядка. Убить не могу, ща. Ну, отлично, я ей критом ничего не, даже не сношу. А ты как думал? Ты думал, все так будет просто? Нет. Все будет очень. Он, знаешь, так и хочет какую-то мину кинуть, чтобы они все взорвались просто здесь. Там одного. Ой. Вообще мало хп. Где он? Я видел у него прям чуточку. Я думаю, его... Чё? Я не могу... Да господи, вон он. А, ты его убил? Я его только что видел. Нет, он не умер. Всё, я успел его убить. Хорош. А, у меня осталось 4 патрона на этой... В дробовике. И 15 снайперки. Понятно. Понятно. Выживаем как? Изи 15 уровень у меня тут уже. А, мне... у меня уже он давно. А, ну вот. У меня только сейчас. 15 уровень. Вы серьезно? А ну иди сюда. Я псина сутулая. А, ты уже выжил. А, и меня убили сразу. Гениально. Просто... Ой, я еще выжил. Ничего себе. И... Нет. Просто... Супер. Это чё там за королева торков? А только... Так. Блин, сколько этих дохренища просто. Добей её, добей её. Ага, если бы у меня... Просто... Убил, господи, наконец-то. Хорош. У меня тут, ну, если чё, можешь меня не устанавливать, я тут просто похерачу у них. По приколу. И чё, он не открывает, ничего, не активируется там? А, я даже выжил, лол. А представьте, тут можно было просто убежать где-то. Нет, тут все-таки нельзя. За тобой просто такая толпа бежит, эти дегенераты. Зелененьких. Зелененьких. Они все коцаны практически, их надо добить просто. Вот эти торг-ровик, они вообще никакие. Да я вот про это и говорю, ну.
Они тут накосанные почти все. Пошли в жопу. А, ну да, ты меня убил. Прям в этот такой момент. Не убивай его, я добью сейчас. Ну, вот. Ага, все. Так, ну и? В смысле не... А что делать? Подожди. Может, в игре баг? Мне кажется, игра багнулась, как в тот раз, когда мы заспавнились. А, нет, кстати, смотри. А. Откуда ты вылез, а? Он тупой, он, короче, боится. Он что-то подошел, вроде что-то нажать хотел, но он боится. А что прикол-то? А, не стреляй просто. Нет, просто у нас здесь забагался торг. Мы должны всех торгов убить, да? А, нет, все. О. Да пошел ты в жопу. Понимаешь, он заспавнится просто здесь. А. Он тут здесь заспавнится. Добей его, добей его. Ладно, я его добил. И чё? А вот всё. Так, чё нам делать? Слить воду из аквариума. Ну чё, с рыбами пойдём сейчас драться? Да, походу, какие пираньи, я тебе отвечаю, сейчас будет. А, нам бы ещё дойти до туда. Сейчас заеду. Там, кстати, можешь залутаться, я не лутался вообще. Но я ж умный, я просто побегу рашить и просто попробую что-нибудь сделать. Или те там надо что-то нажать. И... Блин, жаль. Я хотел по-хитрому оббежать их, но не получилось. Тут морпехи есть и разведчики какие-то. Да, вот я про это. Но они 18 уровня. Я пытался начать, упал. Этот вообще исчезает, разведчик. О, разведчик тоже невидимый тут, короче. Он тоже телепортируется. Нет, ну, типа разведчик не такая головная боль, как та хрень. Да. Так, сейчас. Разведчик, он просто застанется невидимым. Так, чё-чё, назад там надо, да? А, подожди, я куда вернулся? Чё, где я? А, типа... Чё? А, о, я вижу лут. Так, и куда нам? Не, ну тот проход же не просто так, вот этот справа кто-то. А что будет, если я вниз прыгну? Я поплыл. А я все равно, кстати, не заберусь, получается. Ну да, значит. Нам в любом случае... А, нам... А, нам, короче, надо обходить, видишь? По карте, посмотри. Вот так мы обходим и вон там проходим, наверное. Сложно. Слишком сложно. Угу. А тут все подохли? Ты... А, нет, не все. Ладно, проехали. А, здорово, разве? Да пошел ты в жопу. Хорошее пожелание, да? Знаешь, когда разведчика заметили. А, ну, серьезно. А я убегаю. Я попробую что-нибудь сделать. Но это не получится. У меня, к сожалению... Нет! Нет, нет, я хочу жить, пожалуйста. 37 хп. Я должен убежать. Не стреляйте. Идите в жопу. Да, кстати, тут действительно надо было бежать. Но у меня есть одна проблема. Я не понимаю, что дальше делать. А, понял. Куда, куда полетел псина? У меня проблема. Я что-то туплю, я не понимаю. Я дошел. Попробуй как-то дойти. Я, он просто улетел. Серьезно, он просто улетел. Короче, как-то да, попробуй до, это, добежать. Я просто добежал даже. Сейчас я просто умру. Ага, окей. Знаешь, это псина просто улетела. Я просто не понимаю, а чё, а куда знаешь, идти дальше, типа? Знаешь, типа, они взлетают иногда. Типа, они взлетают высоко. А это, блин, до потолка улетел. А, начинают меня стрелять. Не, я лучше высовываться не буду. Так, вот тут проход, но они все закрыты здесь. Я не понял, куда идти. Ладно. Так, вот тут что-то. Полутаса можно. Так, короче, айденчик нашел у нас там проход. Открылся. Ты знаешь прикол? На из Марк мусор скидываем. Я знаю, я все выкинул. А я думал, мне мест не хватает, а там оказывается это оружие на 19 уровне, типа, я не могу. Но его подобрал, короче, его с собой взял. Чтоб потом, если что, будет. Вот, а, я только все пришел, мне стреляют уже. Вот где этот говнарь? А, вон он. Вот как его должен убить?
Там даже, блядь, пробежать никак не получится. Потому что тут еще один дегенерат. Огненный морпех, классно. Да пошел ты на... Ну да, он мне почти все убил. Практически сразу. Пиздец. И этот здесь тоже. Пока он не видим... Ну да, ты побежишь именно сюда. Ну короче, я не двигу опять. Я просто опять сольюсь сейчас. Мне еще 250 щита, нет. 250 щита, мне... Все, я умер. Блять. Да, а, ну да, 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 да. Да, почему ты начал поднимать то на Q? Бля, ну ладно. Потому что ты бы успел тогда меня поднять. Да это мне всегда показывалось, просто я что-то забыл про это. Напоминание было. ГГшечка. Сильно. Добей его как-нибудь. Не, я бы не добил, он слишком далеко. Да. Так, мы что-то зашли уже, да. Я просто на паузу ставлю. Все, это точка, да, это точка респавна. Все. Все? Ну все, я тогда умру сейчас. Не, сейчас. А, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай. Не умирай, беги. Ты нас хп. Ну как ты это скажешь? Назовешь тебя. Скажешь, что несу. Ну пошел ты нахер, а? Как вы все достали? Все! Просто бежим. А нам сейчас назад, наверное, эти отвечаю, нам назад сейчас придется бежать. Ну, мы слили воду за аквариум. Слили Немезиду. А теперь нам назад, до свидания. А, открыть аквариум. Или чё, подожди. Да, надо еще открыть, слышь. Привет, Марк. Привет. Чё, как сливаем? Нормально, да? Плохо. Там безбашенный морпех стоит. Он выкинул мне гранату, спасибо. Да. Ну что тебе надо? Лицо просто. О, господи. А мы здесь же здесь же. А, ну все тут. ГГ вот. Все. А мы открыли, что нам вниз? Да, нам вниз. Я нашел Мишку, блядь. Мы ради Мишки шли сюда, чтоб ты понимал. О, вообще-то Мишка это очень важно. Да. А, еще они на меня напали, охренеть, они все упали. Алло, открывай ты, гандон. Ну да, блядь. Не, пошли в жопу. Все, идите в жопу. Да. Ну типа я нашел. Да, привет. Я умру сейчас, кстати. Интересный факт. Да, минус я. Это чё, блядь? Чего трясёт там? Так, ладно. Так, ну мы достали Мишку, типа, этого, которого мы надо было. А как? Чё типа надо дальше делать? Блин. Честно, что дальше делать? Надо их... А, понятно, мы их должны же убить. Да. Алло. Нам же их убить теперь, получается, надо, чтобы зайти к этому дебилу. Ради которого мы все это и делали. Если у нас ничего тут не указано, значит, мы их должны просто убить. Сэм, мы разве не можем вернуться просто назад? Мы же у него были там. Так вот тут я не знаю. Так, подожди, сейчас мы по другим путям пойдем. Так, ну чем тут сражаемся? Нас весело. Так. Я вообще и по 11 нашел прекрасно. Стой! Торг убей. Или не сможешь. Я не могу. Я не успел. А, нет, успел. Так у тебя другие. А у меня все равно потом нету. Ты за тобой же двое бегут. Блин, я ее не вижу. Аша, мне дробовика и на будет. Пусть она вылезет, ладно. Не хочешь, как хочешь. Мы тебя просто сейчас добьем. Я надеюсь. У нее чуть-чуть добью. Найс. Ага, я не успел. А я тебя, кстати, не могу на Кью лечить. Все, я уже воскрес. Нам этих двух осталось добить и все, давай.
Этот почти умер. Почти умер. Убил. Одного убил. Все, последний. Наконец. Тэмор, знаешь, чем тупость моего, моего скилла Аима? А в том, что он не рассчитан на движение. А. Так, и чё? А чё дальше-то делать, алё? Не рад. Подожди, может нам туда? а чё дальше делать? Подожди, хочешь прикол? Подожди, показывается один враг. Ну вы, блядь, серьёзно? Не, это вообще из другой комнаты они пришли. А как пройти? Куда дальше-то, алё? Самое смешное, мы назад даже не сможем вернуться, по идее. А, да, я умереть не сможем никак. Генерат, открывай. Просто, знаешь, ты показывается один враг, типа, мы его даже убить никак не можем. Не, он, типа, он пришел не отсюда.